Автотранспорт и пешеходы по этому мосту движутся уже не один месяц, но полностью проект завершили как раз ко дню города. Лыбинский мост фактически возвели заново, сломав старый аварийный. А пешеходный тоннель, вернее два под ним, сделали своеобразной изюминкой и настоящим украшением Лыбинского бульвара. Проект обошелся в 174,2 миллиона рублей. Деньги из дорожного нацпроекта. Это, конечно, замечательное событие. Наш древний город отмечает вводом в том числе и новых объектов. Потому что при всей древности города он должен развиваться, он должен молодеть, многими объектами прирастать. Физкультурный маршрут Кремлевский стал полноценным именно благодаря завершению реконструкции моста. А это важно не только для спортсменов, но и для безопасности всех гуляющих. Теперь не обязательно выходить на пешеходный переход, не обязательно рисковать. Иногда, к сожалению, водители не все у нас добросовестные. Рисковать своей жизнью. Сейчас можно пройти спокойно под этим новым, фактически красивым, очень таким приятным выглядящим мостом. В год 926-летия открылось немало экскурсионных проектов. Среди них квесты «Грибы с глазами», экскурсия на самокатах, маршруты по лесопарку. О них наша телекомпания уже не раз рассказывала. В честь открытия долгожданного моста археологи выставили находки, которые обнаружили при реконструкции. Впоследствии монеты, посуду и другие экспонаты передадут в музей Кремля. Марина Романюк, Игорь Глотов, телекомпания «Город».